Всем привет, ребята! С вами Ал Профессионал, и сегодня вместе с Алексисом и Нубиком мы будем выживать в джунглях. Всем привет, ребят! Но если ты любишь смотреть Майнкрафт, обязательно подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик. Ну и, конечно же, поставь лайк под этим роликом. Ты только посмотри, сколько здесь зомби! Такое ощущение, что это какой-то зомби-апокалипсис начался. Ничего себе, это какие-то свинозомби злые, ёлки-палки. У меня нету ничего, ни оружия, ни броньки, вообще ничего нету. Прикинь. У меня тоже ничего нету, я еще и есть хочу, знаешь. Нас спасает вот это вот дерево, на котором мы тут уже сидим, наверное, целый час. А, на тебя зомби напал. Ёлки-палки, что же нам тут делать? Давай сбрасывай, сбрасываем. О, отлично, хорошо. Кто меня ударил? Вот еще группа зомби, слушай, мы, наверное, тут не спасемся. Да, надо где-то улепетывать отсюда. Слушай, давай сваливаем, сваливаем. Беги, беги, беги. А куда подальше, я не знаю, знаю куда. Давай, где-то что-то, может, мы найдем какую-то палку деревянную, может, хотя бы палкой отбиваться. У меня три сердечка осталось, что же делать? Ого, ничего себе, столько мало, у меня почти полная шкала. Вроде за нами никто не гонится. Стой, стой, вроде никто за нами не гонится. Что тут у нас может быть, ё-моё. Да, вроде бы оторвались. Вот они обратно нас нашли, отбиваемся от них, отбиваемся. Уходим, уходим, у меня уже тоже, в принципе, несколько сердечек нету. Давай, беги быстрее. Беги, Нубик. Да, я вижу, я вижу, нам нужно какое-нибудь укромное местечко найти, а то мы здесь погибнем просто в этом лесу злом. Мне кажется, что мы здесь ничего не найдем. О, ничего, это... смотри, Нубик, смотри, что я нашел. Ничего себе, это просто жесть. Это какой-то домик или что это такое? Заходи, заходи. Я себе вот этот вот выбираю домик, мне нравится очень сильно. О, смотри, тут оказывается они соединены еще, ничего себе, круто. Круто, вообще классно. Где? Домик из грязи. Из грязи. Это что ты любишь, да? Это что такое? Это что, алмазы? Да, это алмазные блоки. О, вообще нереально. Нет, это мои, не трогай, не трогай. Это мои алмазики. Нет, нет, не добывай. Отлично, пускай будет это мои. Ладно, не будем. Это мой домик. Давай посмотрим, что тут есть. Что, в сундуке? Ну да. Вау, это золотые яблоки! Ого, ничего себе! Я никогда в жизни не видел золотые яблоки. О, вот это жесть, просто прикинь, я сейчас оделся. Посмотри, посмотри на меня, Нубик, посмотри. Вау! Ничего себе, да? Ах ты ж, где ты? Это ты меня ударил, да? Ребят, побегаем от него. О, вылазь наверх сюда, вылазь сюда, посмотри, что здесь. Ничего себе. Так, чур, это мой сундук. Чур, это мой сундучок. Ничего себе, да, ты прикинь, сколько их тут много понахожу. Так много-то. Я не знаю, я не знаю. А что тут у меня еще есть? Ого, тут у меня оружие всего, всякое разное есть. И гранаты у меня есть. Пистолет. А как пользоваться этим оружием? Просто... Пользовался деревянным мечом и палкой. О, у тебя тут тоже, в принципе, есть три оружия и к нему боеприпасы. Отлично. А как им вообще бить? Вот так бить или как? Что-то я стреляю, а оно не стреляет. А патроны нет, нужны, чтобы стрелять? Да, нужно взять рожок патронов и стрелять тогда с пистолета. Ты пистолет какой-то взял, да. Там под пистолет должны быть патроны. У меня тут тоже, в принципе, такая самая тема. Вот так, смотри. А вот так патронами нужно бить или как? Да, вот так вот. А потом мечом, если что. Ты меня уничтожил. А, так тебе и надо, так тебе и надо. Я забрал оружие. На, забирай свой пистолет. Нет, пистолет вон на блоке висит, видишь? Все, хорошо, я понял, да. А, я неправильно сделал, нужно было прям в обойму эту вставить в оружие. Да, вставляешь в оружие и стреляешь. Теперь ты под прицелом, поэтому теперь я бы не советовал тебе. Ой, я есть хочу. Ты не хочешь кушать? Я что-то проголодался, если честно. Давай, может, что-нибудь покушаем. Так, я, пожалуй, знаю, что съем. Я, наверное, скушаю несколько яблочек золотых. Я тоже яблочки очень давно не кушал, и можно будет скушать хотя бы какое-нибудь одно. Вообще. О, какое вкусное яблочко. Что там, что случилось? Тут зомби, наверное, услышали нас тут, что они услышали, что мы, наверное, деремся здесь с тобой и ого, пришли. Ничего себе, смотри, а тут ты видишь, тут уже ночь наступила. Мы тогда с тобой, когда заходили в домик, была уже пасмурная погода, уже темнело. Да. Слушай, давай вылезем на крышу, посмотрим. Вылез на крышу, ты только посмотри. Ничего себе, смотри, это просто жесть. Ого, они сгорают в нашем крутом домике. Слушай, давай, может, мы их сейчас чем-нибудь уничтожим. У меня тут есть крутой пистолет. О, смотри, как я стреляю пистолетиком своим. А ну-ну-ну, ого, ничего себе, смотри, я тоже нормально их, в принципе, валю. На-на-на-на. Это, наверное, первое. Это первая волна зомбаков, наверное, прикинь. Их здесь просто нереально много. Да, я думаю, что тут этих будет много, очень много. Ё-моё, у меня уже магазин. Магазин уже мой закончился. А ничего я, кстати, знаю, что еще видел? Я видел, гранаты здесь есть. У тебя есть гранаты? Есть, но у меня магазин очень быстро почему-то закончился. Ё-моё. Это жесть какая-то. У меня много патронов, я сейчас их всех уничтожу. Погоди. Очень-очень много патронов у тебя, да?
смотри, я тут кашу нормально. Просто делаю. Я тут тоже, это я, походу, тоже стреляю, немножечко помогаю. Да-да-да-да, я помогаю. Так, надо по бурику перезаряжаться. Они хотят захватить мой нубовский домик? Нет, давай будем их уничтожать. Гаси, гаси их тоже, ёлки-палки. Почему мои патроны не перезаряжаются, я не понимаю, если честно. Два раза нужно перезарядить. Я два раза заряжаю, но они не заряжаются. У меня, получается, пистолет какой-то бракованный, он не перезаряжается несколько раз. Надо взять что-то другое. Ой, я сейчас возьму АКМчик себе свой. Отлично. Спасите меня, блин, все, я свалился. Все, тебя уже нету у тебя, да? У тебя уже нету? Нет, я обратно есть, но я потерял свое оружие, блин, капец. О, смотри, а мы тут, по-моему, поуничтожили. Да, уничтожу и подстрахую. Где ты там? Где ты находишься? Давай, я сейчас быстренько прыгаю, забираю. Давай. Хорошо. Отбивай этих зомби. Давай. Да, давай, сейчас. Прыгай, забирай. О, ты не успели. Слушай, может, ты возьми какое-то новое оружие, потому что здесь, смотри, сколько много зомби. Заберу, все, я забрал, все хорошо. О, тут маленький, смотрите, видишь, какой-то маленький тут есть. Был. Маленький синозомби. О, ничего себе, кто меня застрелил? Это ты меня сбросил или что? Я случайно гранату бросил. Ёлки-палки, я думаю, что случилось? Тут меня, в принципе, глушануло очень сильно. Сейчас яблоко нужно скушать. Нужно строить свой домик. Да, сейчас надо будет как-нибудь от них всех убегать. Вот вам все плохие зомбаки-то, ё-моё. Профессионал, ты только посмотри, сколько обратно зомби к нам пришло. Что там такое? Ничего себе. Посмотри, ого. Жесть, конечно. Это что, все возле нашего домика? Да, представляешь? Ого, посмотри, они затоптали уже. За домом тоже есть. Да. За домом тоже есть. Смотри, они затоптали нашу лаву уже. Ничего себе. Я заметил, ого, посмотри, сколько возле моего домика. Нати вам, плохие. На мой домик нападают. Нати. О, я гранату бросил, гранату. Бу-ба. Ой, ё-моё, это жесть, конечно, всё, нету. Это просто, конечно, жестяк, ё-моё, где ты? Надо к тебе и закрыть дверь, закрыть. Да, давай, спускайся. Они уже у тебя тоже. У меня тоже уже, ё-моё, но у меня тут два яблочка всего. Два маленьких зомби. Жесть, конечно. Кто меня бьет? Меня тут кто-то уже бьет. Меня сюда уже, они подошли, прикинь. Вверх выросли. Они друг на друга вылазят и они кнопку нашу нажимают. Они открывают дверь. Зомбачева ты, ё-моё. Профессионал, что нам делать, скажи мне. Я не знаю, что нам делать, нам, наверное, кирдык. У меня тут меч есть, я сейчас его мечом буду раздавать им. Нати вам, зомбаки. Ого, ничего себе, он меня прям ударил. Прям ударил, снес меня здоровье. На, плохой, чё они такие сильные? Я не знаю, чё они такие сильные, эти зомбаки, но не очень сильные. Давай заложи это вот было, хотя бы у меня тут один был, заложить немножко. Ё-моё. Подстрахуешь меня, я спущусь и заберу оружие. Смотри, он лестницу разбил. Нет, это я разбил лестницу. Подожди, я сейчас, знаешь, что сделаю? Я сейчас заложу ее вот сюда, вот твой блок один заберу. Ай, а может и не один, если не получится. О, отлично. Сейчас я заберу твой блок, да, и заложу, потому что они сейчас залезут сюда. Уничтожат нас с тобой. А как я броньку свою возьму? Возьми хоть. Ну, я тебе могу одно яблочко дать. На тебе яблочко одно, вон, сзади тебя золотое. Спасибо. Вот, и здесь вот будем пока отбиваться, пока не наступит утро. Может, наступит утро, они не будут так спавниться, но здесь просто жесть какой-то. Да, это жесть, конечно, очень жесть. Очень обидно. Что там? Что сейчас будет? Ты тоже взял гранату, да? Да, я взял гранату. Вот сюда вот бросим. Куда? В домик? Да, все, я ты не, смотри, ты вон наверху бросил ее, вон. Я сейчас полдома уничтожил своего же. Прям наверх ее бросил. Я бросил, да? Это ты бросил гранату, и это жесть какая-то. Не получится, у меня так, сейчас надо где-то зомбаку. А вот где зомбаки, пожалуйста, нате вам. До свидос, до свидания. Ой, блин, далеко отбросил ее, наверное. Да, только дерево чуть-чуть зацепило, ё-моё. Как же их уничтожить? Мне нужно чем-то перезарядить. О, наконец-то я нашел себе оружие крутое. Они сидят у меня в доме. Не только. Вот возле меня, тут смотри, сколько этих зомбаков есть. Просто нереально количество огромное. А вот с этой стороны, да, где я их сейчас буду бить. Сейчас нужно еще один магазин взять. Я сейчас, знаешь, что сделал? Я сейчас постараюсь прочистить, в принципе, эту вот свою комнатку, спуститься и взять что-то покушать там с тобой. Потому что у тебя сколько еды здесь? У меня одно яблочко золотое, и все. А у меня вообще ничего нет. Это все так, наша осторожно, с тобой еда, осторожно. Поэтому нам вот, где зомбаки. Нужно как-то спуститься. Нате вам. Ду-ду-дух. Ой, я их сейчас почти пострелял. Ты видишь, как я их гашу-то? Ничего себе, какие плохие зомби. Тут вообще нереально много. Это просто жесть какая-то. Я тут уже все... У меня здесь нет уже зомбику. Они где? Капец, они спрятались, да они умные оказываются, они спрятались. А где, нигде не именно? Вот, иди сюда, посмотри, вот, посмотри на них. У тебя они туда? У меня в доме. Ого, да, вот, смотри, тебя. Сколько их, а ну на, ты, вот вам. Что это я тебя, наверное, автоматом. Блин, я не хотел, если честно, я тут хотел вот этих зомбаков погасить. О, ничего себе, они-то еще и лезут, прикинь, они очень хитрые.
Последнее оружие, все это, все, что есть у меня. И все, так, больше у тебя нету ничего? Сейчас закончено, будешь меня страховать, и я побегу, заберу свой автомат. Ладно, я сейчас вот их отсюда вот еще немножко пофигачу, чтобы они уничтожались. Я спрыгнул, так, все хорошо. О, я сейчас открою двери, а хотя смотри, вот они тут есть. На тебе, получайте. А погоди, я не перезарядил. О, точно, это знаешь, что мы можем сделать? Мы можем попытаться их выгнать из нашего домика. Нашими... А, нужно просто двери открыть как-то, чтобы да, они вышли. Да, сейчас я еще возьму, а, наверное... А, на меня маленький зомби нападает, слушай, а, спасай меня! А, все, я где ты? А, все, ну да, я ладно. Я без своих доспехов уже, у меня ничего вообще нету, оружки, ни доспехов, ничего. А у меня, подожди, тоже реально... доспех, а, у меня доспехи есть, у меня в моем домике, у меня в моем домике есть еще тоже крутая бронька алмазная, я бы тебе ее подарил, но, блин, как туда зайти-то? Непонятно как. Давай попробуем разбить сейчас. Я тут землю разобью. А, у тебя тут тоже куча зомбаков. Так там же полно зомбаков. Но они сюда не вылезут, смотри, они не вылезут сюда. Их мы можем просто вот так вот отстреливать понемножечку. Ну давай попробуем. Я, наверное, возьму твой автомат какой-то. У тебя есть патроны к ним, да? Есть, там разные патроны есть. Бери, я вот тут под очередью немножко стреляю их потихонечку. Но у меня там мало патронов, если честно, осталось. Совсем мало. У меня вообще 30 штук есть. А у меня патронов очень много, но у меня оружия вообще не осталось никакого. Никакого? А какой калибр у тебя патронов? Патронов есть, может мы моё будем заряжать? Да, тут я возьму еще два магазина, тут у тебя есть еще парочка. Я взял, у тебя 90 патронов. И давай будем очищать, ну как, не очищать, а зачищать по одной комнате. Давай сначала, например, твою зачистим, а потом пойдем в мою. Ну ладно, давай, да, готов, давай. Быстро спускаемся и начинаем их расстреливать. Давай, я сразу с тобой. Ладно, подожди, тут зомбаки еще, подожди, пускай отойдут чуть-чуть, немножечко отойдут они. О, все. Нате, вот вам всем плохим зомбам. О, я тут закрыл дверь. Давай, у меня тут остался еще меч. Меч один остался. О, нормально, где не. А маленький, я думаю, что такое? Так, все, готово. Мы твою комнату, значит, расчистили. А смотри, они смотрят вот сюда вот. Ох, ну главное, что у нас тут хотя бы моя комнатка. О, тут есть нормальные эти. Открывай дверь и быстро уходи в сторонку. Я их сейчас всех застрелю. Тут граната у меня есть. Может, гранату воспользоваться не надо? Я нацелился. Открывай дверь и уходи в сторонку быстренько. Давай. А, погоди, да блин, я же вроде перезарядился. Так, ты же нацелился, говоришь. Или не нацелился. О, все нормально, застрелили. Отлично. Этих мы уничтожили. Там еще есть. Ты уже готов? Точно готов? Сейчас, подожди, яблоко съем. Съем яблоко, одно золотое еще. Отлично, все, их нету, нормально. Кто тут еще может? Я сейчас пойду мечом их еще. Ой, это ты меня бьешь или кто меня ударил-то? Сейчас я их еще мечом еще немножечко вот так вот зафигачу всех. У меня тут еще меч есть. Еще немного есть, если честно. Давай, стреляй. Ой, у меня тут есть еще граната. Слушай, я сейчас гранату брошу. А ну выходи отсюда. Нету? Все нормально, мы расчистили твой домик. Отлично, ё-моё. Это было очень жестко было, если честно. Я думал, что мы не спасем. Можешь взять гранаты у меня, потому что я уже брал у тебя гранаты. А у меня там есть немножко гранат, я только, у меня тут еда еще, по-моему, есть, хотя бы 8 яблочек еще возьму, восстановлю себе полностью здоровье, это просто жестяк какой-то. Кстати, уже смотри, светло стало, ничего да, себе. Да, светло, а ну интересно. Всю ночь вы воевали, да? Они пропали, эти зомбаки, или еще у них тут есть, их много или немного? А это какие-то странные зомби, лесенка моя не работает, моя лесенка не работает, придется через твой домик подниматься. Так, все, получайте, я пошел расчищать немножко территорию, у меня тут, правда, 2 патрона только осталось, и все, больше ничего. Все, больше нету у тебя ничего, да? Но тут у меня есть мои еще патрончики, но они к тебе, к сожалению, они подходят к этому автомату. Почему не подходят? О, у меня 30 патронов еще есть, нормально, хватит. На, тебя тут зомбачок стреляет. Помогай. Сейчас помогу. Отходи. О, нормально, я его застрелил, Да. Хорошо. Отлично. Вроде бы с тобой отбились, да? О, тут сзади еще зомбаки есть. Я нашел свинозомби. Ах ты, на, получай. Че, где? Все, я его уничтожил. А теперь за тебя зомбака 2. Ё-моё. Отходи. Да что за жесть такая-то, елки-палки. Там еще один зомбак, но у меня просто больше нету патронов. Надо патроны обратно взять. Это просто жесть. Один еще остался, смотри, я его бах, подстрелил, блядь, с первого раза. Все, он готов. Так, да, нет, вроде уже. Со всеми разобрались. Да, вроде разобрались. Ничего себе, блин, жестко, конечно, было. Жесткое выживание. Волна, да, мощная. Волна прям. И смотри, на ночью. Зомби. На нас миллион зомби нападает. Ну, я не знаю, как миллион, но тысяча, наверное, зомби точно на нас нападало. Зомби это сколько? Это больше 10? Да, это немножко больше. Совсем немножко больше 10. Пальцы у меня на руках. Ну да, конечно, их здесь было. Ну что же, ребята, вот на этой оптимистической ноте, когда мы с Нубиком Алексисом отбили нападение 1000 зомби, мы будем заканчивать наш видеоролик. Если он вам понравился, обязательно подписывайтесь на наши каналы и нажимайте на колокольчик, а также поставьте лайк под этим роликом. Ну а с вами был Ал Профессионал и... Алексис Нубик. Всем пока, ребят! Пока-пока!